вообще на другом конце карты оказывается и улетает в космос, друзья, смотрите. Ага, хвост уходит в стену, а за стеной у нас кто? Жопа черепахи. Чисто бомбалина-гопник. Он телепортировался! Ты чё, читер, что ли? Куда ты собралась? Дети ждут возвращения. Мы вместе едем, понятно? Привет! Мы продолжаем взламывать Garden of Banban 3. И сегодня мы узнаем, какие еще секреты спрятали от нас разработчики и что еще интересного мы найдем под текстурами в этой игре. Скорее ставь лайк, потому что будет реально круто. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy. Сразу погнали взламывать! Из-за того, что мы в прошлый раз удалили с вами пустыню, мы сломали катсцену, поэтому сразу... Не понял. А где диск? А, диск, наверное, уже у меня. Все, давай, Банбалин. О, Намдалина. Короче, Намдалина, отвали. Намдалина, отвалина, я пошел. Это что такое? Это что такое? Офигу... А, это свет, все, я понял. А я такой уже испугался, думал, мы сломали игру. Ладно, ускоряемся и погнали. Просто летим. Просто летим в новую катсцену. Сейчас мы будем смотреть, как бегают пауки. На их свиданку снова придется это сделать для того, чтобы нам продвинуться. Давай, а не, подожди, если я все сломаю, я вообще, может, игру сломаю, поэтому пофиг, ломаем здесь, вызываем пауков. Сейчас они прибегут, я не буду, о-о-о, бежит, 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 все, на ускорение смотрим. Смотрим на перемотки, как бегают пауки. Давайте, давайте, опа, опа. Спидран пауков, смотри. Нормально, мне нравится. Да-да-да-да-да, я поехал, все, дайте шапку. Шапку дай. Сейчас, опа, и шапка появилась, все, до свидания, я пошел. Спидран этого. Короче, у нас сегодня одни спидраны, все, я понял. Короче, сегодня мы не должны удалять пустыню. Иначе мы не пройдем эту катсцену и не узнаем, что будет дальше. Блин, как удобно, что в игре есть перемотка. А прикинь, так на перемотке всю игру пройти. Даже получается какой-то жесткий спидран будет. Здорово, пацаны. Я снова с вами. Я снова с вами, я не буду вам обламывать кайф и удалять пустыню. Подожди, а могу я удалить? Да вот я не хотел! Да вот же ж... А может мы все-таки доедем, а? Вообще, Набнабыч летит в туман. Может мы доедем все-таки? Пацаны, а вдруг мы доедем? Я, конечно, в это не... Мы погружаемся в какую-то бездну, походу. Сейчас Сабнафтика начнется. Я хотел, короче, удалить капитана Фидлса, в итоге я опять удалил пустыню, но я молодец. Будем ехать по темноте, а чё бы нет. Не, ну в принципе, они же едут, они же общаются, они же разговаривают, значит, всё нормально. Всё нормально, пацаны? Всё, лучше послушаем. Не, я думаю, что мы не сломаем катсцену таким образом, я думаю, что она дойдет до финала. Ну вот это нормальный музон, согласен. Нормально едем, нормально едем. Это, конечно, максимально тупо получилось, но опять я удалил пустыню. Вот я не хотел этого делать. Ребят, ставим лайки, чтобы мы доехали. Иначе нам придется все это переигрывать. Почему, кстати, 3D изображения у нас, типа, знаешь? Когда, помнишь, были 3D очки, красно-синие, они до сих пор продаются в каких-то журналах с 3D картинками. Идем, мне кажется, если эти очки надеть, ты увидишь 3D изображение, да? Ну, в этих катсценах. Блин, надо достать 3D очки и попробовать. Теперь я вот прям. Все, пойду искать журналы. С 3D очками. Не, музычка классная. За песню уже можно отдельный лайк поставить, что реально классно. О, все, все, кактус улетел. А мы врежемся или нет? Ну, по-моему, уже должны были врезаться. Прикол в том, что кактус появился, так как мы летим постоянно вниз. Мы не врежемся! И катсцена не закончится. Блин, она сломалась! Зато можно музон дослушать, да? И ничего, кстати, машину удалить нельзя никак. Зашибись, мы потратили время и просто смотрим, как машина летит дальше вниз. Все, я не буду теперь ничего удалять, ну его нафиг. Можно, кстати, посмотреть на Набнабыча, как он бегает по пустыне. Также можно посмотреть, как машина боком валит по пустыне, причем у нее колеса не крутятся. Можно со всех сторон, кстати, посмотреть, вот так, допустим. На капо... Я сижу на капоте, мне удобно, ребят. Ой, это что такое? Типа стены. А так прикольнее, кстати, ездить. Мы так увидим столкновение. Хорошо, давайте немножко перемотаем, потому что если... Если мы так медленно будем ехать, мы задолбаемся. Вот так уже лучше. Я подрубил азот, нормально, теперь будет намного быстрее.
Сейчас мы увидим с вами столкновение. Хотя, наверное, надо чуть отлететь подальше. Вот так примерно, да? Чтобы было лучше видно. Или как-то, не знаю, даже. Вот, о, идеально, ребят. Вот это видок. Прям как будто в GTA играем, да? Ну-ка, поехали. Я хочу увидеть, как тачка полетит. Она прям сквозь песок едет, офигеть. Тихо, кактус, смотрите. Так, тихо. Давайте в замедлении посмотрим, как машина будет улетать. Реально интересно, ну-ка. Она врезается в кактус и... Что? Она вообще на другом конце... Она вообще на другом конце карты оказывается и улетает в космос, друзья. Смотрите. Чё за бред? Но это было круто. Почему-то я думал, она сразу полетит вверх, а она телепортировалась куда-то. Жесть. Я же сейчас не сломал катсцену. Наконец-то мы продвинулись дальше. Я уже думал, мы никогда дальше не пройдем. Смотрите, тот самый хвост. Тот самый хвост этого хамелеона. Давайте не будем подходить, но он исчезнет. Вот он, этот хвост. Когда мы к нему подходим, он просто исчезает. А сейчас мы на него посмотрим получше. Мы сейчас сломаем все стены и потолки. Ага, хвост уходит в стену. А за стеной у нас кто? Жопа черепахи. А вот и он. Здорово. Тебе нормально вообще, нет? Мне кажется, у него такая рожа, потому что у него настолько вытянулся хвост, он даже сам не ожидал, что так умеет. Офигеть. А если я вот так сделаю? И что ты на это скажешь? Что ты скажешь на это? Черепаха тортила. Черепаха с тротилом. Так, ну-ка давай. Поудаляем все нафиг. А! Черепаху-то зачем удалять? Удалил черепаху. Случайно. Я постоянно. Вот сегодня у меня какая-то. У меня сегодня какой-то руинный взлом. Я то черепаху удалю, то пустыню удалю, то еще что-нибудь удалю. Вот это я, кстати, проходить не буду, но его нафиг. Нафиг мне ваша вот эта мини-игра тупорыла, если я могу просто сделать и все, и, собственно, долететь. Ну, типа, смысла нет мне это проходить, потому что, ну, вот, пожалуйста, вот я уже прошел, вот, здравствуйте, вот я уже вышел. Вот я уже прошел, уже вышел, все. Типа, прыгать там полтора часа я не хочу. Но зато я в спидране проходил на стриме. Там тоже прикольно было в этом моменте. Мы проходили без читов и проспидранили. О, это что самое место? Ну, наконец-то мы добрались. Здорово. Сейчас будет весело. Мы наконец-то взломаем Джамбо Джоши, друзья. Прямо сейчас. Прямо здесь. Прямо в этой серии мы взломаем Джамбо Джоши. Вы заткнись, пожалуйста. Да. А подожди, а если я что-нибудь удалю, он заметит? Просто интересно. Наверное, нет. Мне кажется, ему будет насрать. Ладно, сейчас будет круто. Так, все, давай, пожалуйста, я знаю правила. Жалко, что вот нельзя скипать вот эти катсцены все. Я сейчас тебя удалю, слышишь? Капец, она душная. Все, давай, я пошел. Смотри, короче, прикол. Удаляем все нафиг отсюда. Удаляем вообще все, да, вообще все. Вообще все удаляем, пофиг вообще. И стулья удаляем, и столы удаляем. Так. Во-во-во. И у тебя тоже... Теперь на воздухе сидит, тебе удобно? Чисто бомбалина-гопник стайл. Нормас вообще. Так, только у меня семок нет, если что, сразу тебе. Семок нет у меня, понятно? Ладно, давай тут сразу все поудаляем. Подготовимся, так сказать, к приходу Джамбо Джоша. А, надо, короче, ну, сразу, чтобы он нас атаковал. Вот так вот сделать. Все, пусть атакует. Потому что... О, зацени, зацени прикол. Упоротая рожа. Набнабыча. Что-то ему прям плохо, смотри. Мне кажется, ему прям плохо. Не, ну, Набналина, конечно, это вообще... Ой, Бонбалина, точнее. А если на нее залезть? Могу я залезть на Бонбалину? О, здорово, я у тебя... Я твоя шапка. Блин! Ты чё меня толкаешь? Спокойно. Подожди, подожди, сейчас придёт. Тихо. Сейчас мы все в слоумо посмотрим. Где он? Я слежу. Джамбо Джош. Ну-ка. Сейчас тут тоже все сломаем нафиг. Чтоб красиво было. Так, где мой Коко Джамбо? Опа, тихо, вот он, зацени в слоумошечке. С огромной жопой вылезает Джамбо Джош. Ну, это крипово, конечно, смотрится. Ладно, можно чуть ускорить. Ага. Ля, прикол. Нифига себе, он может так и втащить.
Прям жестко. Зацени. Если он вот этим кулаком втащит, это мало не покажется. Нормально. No, that's not how the secret club да, все. Entrance is supposed to be. Да, я в курсе, я специально так сделал, заткнись. У меня все продумано так, ну-ка. Что он сейчас будет делать? Он ныряет вниз, смотри. Ля, прикол. Куда ты поплыл? Интересно, а можно? Я не буду его удалять, потому что мы не досмотрели еще анимацию. Так, и сейчас он откуда вылезет? Он телепортировался! Ты что, читер, что ли? Вот он выдумал, конечно. Так, сейчас он выбьет дверь. Выбьет дверь. Выбивание двери. Ну-ка. Давай, 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 давай. Ля, замахивается и... Выбивает дверь, да? Ну давай, 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 давай. По красоте сделай. Бам! Хорош. А так и мне бы втащить, да? Выбил дверь и заглянул. Нормально. Веселый пацан. Ну, получается, все. Так. Окей. Теперь мы не будем смотреть на Джамбо Джоша. Мы его уже взломали, поэтому нам... ты нам не интересен больше. Ты нам больше не интересен. Сейчас мы будем заниматься совсем другим интересным занятием. Да, я понял, я понял. Перевоплощаемся. Так. Сидишь? Сиди. Вот и сиди. Чё у нас тут? О! Что? Чего? Две бомболины? А чё вы? А как? А зачем? Внезапная информация. Две бомболины. Я, в принципе, могу сразу достать зеленую ключ-карту. И нафиг оно мне надо, правильно? Типа, все остальное делать. Да ё-моё! Во, все, прошел. Развели тут Майнкрафт. Две бомболины, это очень странно, если честно. Я думал на одна. Так, все, погнали. Она сейчас должна за мной пойти вообще-то. Пошли. О, смотри, пошла. И она исчезла оттуда, смотрите, это та самая. Ну, я не буду ее ломать, потому что в прошлый раз ее сломал. Мы сейчас вместе с ней поедем на лифте. И узнаем секретный секрет всех секретных лифтов. Там же секрет будет. О, давайте по пути поудаляем двери. Здесь должны быть пацаны. Но их здесь нет. Здесь должна быть что-то еще. Но его здесь нет. Как обычно, да? Здесь должен быть кенгуру. Но его здесь нет. Где ты? Нету. Здесь должен быть бан-бан. Естественно. Эх, разработчики скамят нас по полной программе. А здесь должна быть бан-балин. Но, естественно, ее тут тоже нет. Кассету я даже брать не буду, смысла тоже нет. А сейчас мы с тобой покатаемся на лифте, между прочим. Ты думаешь, что, я дурачок, что ли, какой-то? Ты думаешь, ты сядешь на лифт, а я нет? Вы вместе сядем на лифт, понятно? Все, давай, поехали, 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 поехали. Я уже готов, я уже в лифте. И что ты мне сделаешь? Ты не сможешь выгнать меня из лифта, понятно, женщина? Я теперь еду с тобой. I'm heading back to class. Да хрен тебе! I expect you to be there before the fourth level. Вот и все, теперь я тоже в лифте. You do not want to miss that one. Не-не-не-не-не, я с тобой поеду. Children are eagerly awaiting my return, so... Куда ты собралась? Дети ждут возвращения. Мы вместе едем, понятно? Все, мы вместе едем наверх вместе с Бонболиной. Офигеть, ребят, смотрите, 1 000 000 лайков срочно ставим. Давайте я свет выключу. О, вот так вообще крипово стало, смотрите. Вот это уже какой-то хоррор. Опа, опа, где? Едем, едем, едем на лифте. Далеко мы... Может, мы во вторую часть приедем? А где дверь? Так, Бонболина, ты меня обманула? Я думал, мы приедем во вторую часть, а мы приехали просто в никуда. Капец, ты бесполезная. Ладно, давай мы с тобой вместе полетаем. На счет три, ты готова? Раз, два, три. Уи! Мы летим с Бонболина. Я думал, я не умру. Ну, получается, что умер. Так, по сути... По сути. Нам осталось взломать только финал. Но это долго. Поэтому давайте-ка, наверное, финал мы с вами взломаем уже в следующей серии. А я где вообще? А как так получилось, что я появился, и там все удалилось? А, не, мне показалось. Ладно, бывает. То есть, получается, Бонболина уехала... Ну, типа, да, она уехала. И мы загрузились. Ладно, друзья. В следующей серии мы поедем на финал. Вон в ту огромную локацию, где уже видно Джамбо Джоша.
и посмотрим, что там есть интересного. Получается, что разработчики те еще с камеры, все двери, где были подписаны, как будто там есть монстры, ничего просто нет. Могли бы туда хотя бы модельку монстра поставить, было бы и то веселее. Но в любом случае, взлом получился прикольный, и мы посмотрели много разных секретов. А в следующей серии мы взломаем уже самый финал и посмотрим, что будет там. А сейчас, друзья, ставьте лайки, всем удачи и всем пока!